мы вернем доверие харьковчан и будем качественно обслуживать жилые дома. Давай сначала. Блядь, что ты сказал, жилые дома, я начал чвякать, хуякать, блядь. Откуда ты знаешь, получилось или нет, блядь? Геш. Можешь секунду подождать? Я не вижу, ты как попугай откуда-то вещаешь. Я и сам знаю, что не записалось нифига, поэтому чмокаю. Кто его там, блядь, сбивает, что он глазами косит, когда уже в конце начал говорить, взял глаза куда-то увел, нахуй. Немножко текст по-дебильному написан. Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Мы сделаем Харьков... Подожди, голову опусти чуть-чуть. Слушай, ты можешь не орать, уже надоел за целый день. Ну все, давай.